Дорога по улице Кузнецкой – одна из 29 улан-удэнских объектов, попавших в проект безопасной и качественной дороги. Ремонт начали в июне, и за это время дорожное полотно уже приходилось перестилать. Причина – готовый к сдаче объект не прошел лабораторную проверку. Был завышен один из критериев – водопоглощение. Совместно с Южным Байкалом и с Республиканским дорожным агентством были взяты вырубки на данном участке. Какая-то часть этих вырубок не прошла. Подрядной организации было выписано предписание об устранении замечания в эту субботу, в это воскресенье. Участок отфрезеровали и уложили новое покрытие. Окончательно судьба нового полотна решится после еще одной лабораторной проверки. Следить за качеством выполненных работ не только строительный контроль, учитывается и мнение граждан. Каждый вторник на объекты выезжают специально организованные рабочие группы общественности. Рассматриваются и просто обращения. Где-то мы, допустим, ямочный ремонт, где яма, мы в течение недели это все устраняем. То есть план ставим, в течение недели это устраняется. Даже в течение суток, ну, где такие уже очень актуальные такие вопросы. Сложнее, где надо необходим устройство тротуаров, отремонтировать дорогу, то есть капитальный ремонт. Эти работы мы просто... План уже на 2017 год уже наверстан, то есть определен. Больше мы никаких дорог сделать уже не сможем. Замечания будут учтены. Все-таки проект рассчитан до 2025 года. Некоторые дороги ремонтируются в течение нескольких лет. Так, 10-километровое полотно от улицы Пищевой до Бограда разбили на два этапа. В этом году в планах у нас сидит выполнить 4 километра дороги общей протяженностью. Тротуары, ограждения. Тротуары частично будут не на всем протяжении. Там у нас общая сметная протяженность там 3-300 метров. На некоторых точках запланировано расширение дороги. Перенос остановочных карманов. Около 9 школ будут остановлены желто-мигающие светофоры. Ксения Шабаева, Сергей Костенко. Новости дня.